субботу в стране будет преобладать облачная погода. Во всех регионах пройдут дожди. В некоторых районах сгустится туман. Днем воздух прогреется до плюс 11. В темное время суток термометр покажет от 2 до 8 тепла. Без зонта не обойтись. Дождь будет лить и в воскресенье. К тому же настало время сменить верхнюю одежду на более утепленную. Максимальная температура днем плюс 10, ночью от 1 до 8. А вот снег обещают только к концу ноября. Число жертв урагана Зетта на юго-востоке США увеличилось до 6. Стихия обрушилась на континент в среду. Ветер срывал крыши домов, повредил линии электропередач и валил деревья, а пришедшие дожди затопили улицы. В разгар шторма от перебоев электроснабжения пострадали более 2,5 миллионов домов и предприятий. Растет и число жертв тайфуна Малавы во Вьетнаме. Погибли 20 человек, 42 пропали без вести и еще более 50 ранены. Стихия повредила более 90 тысяч домов. С перебоями в подаче электроэнергии столкнулись 718 общин. Из пострадавших районов эвакуированы 6 тысяч семей. В субботу в Бобруйске целый день будет лить дождь. Ветер умеренный до 5 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до плюс 10. Ночью опустится до 7 тепла. В воскресенье зонтик по-прежнему пригодится. Осадки ожидаются до самого вечера. Северо-восточный ветер разгонится до 7 метров в секунду. В светлое время суток воздух прогреется до плюс 9. Ночью термометр покажет плюс 5. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.